Я сейчас буду разговаривать очень таким серьезным голосом, чтобы просто нагнать интрижку. Поэтому давай мы с тобой сделаем вид, то что у нас сейчас будет очень серьезный ролик. Прошло очень много времени, и подписчики по сей день меня спрашивают: Эдисон, Эдисон, когда будет продолжение одного блока? Сколько же серий было одного блока? В каких мирах мы с тобой побывали? Их было очень много. Но я не знал, как продолжать рубрику, чтобы не придерживаться одним и тем же правилам. Искать в каждой серии железо. Мне захотелось ее как-то разнообразить и внести новые правила, с которыми будет еще намного интереснее в нее играть. Но буквально несколько дней назад я наткнулся на один американский канал. Каптан Спарклс! Недавно я у него заметил один ролик. Выживание. А под этим роликом было описание. А в этом описании была ссылка. А по этой ссылке я перешел и нашел то, что изменило всю мою жизнь, естественно. Мир Майнкрафта, который меняется до неузнаваемости. И как раз с помощью этого мира Майнкрафта я решил то, что можно кардинально возобновить и переродить всю нашу рубрику «Один блок», которую вы так очень долго меня просили, и наконец-то я ее выпускаю прямо сейчас. Кстати, я оставлю ссылочку на вот этот сайт, где можно сделать такую же карту, как сегодня будет у меня, в описании. Также можешь зайти и поиграть вместе со своими друзьями. Он же оставил эту ссылку в описании, чтобы кто-то еще скачал. Поэтому я тоже оставлю. Я же не пипука. Может, мои подписчики также захотят поиграть. Ну, естественно, какая рубрика «Один блок» без наркоманов Петровичей? Подписчики! Заходите! Вы все в танцах. Вы приняты. Возобновление рубрики «Один блок». Мне кажется, что все должны быть рады. Ну, по крайней мере, я рад, потому что мы с этими пописяками все же нашли решение. И решение таково. Пацаны, направо, тёлочки налево. Быстро, быстро. И не ломать ни один блок. Даже траву не ломать. Ничего не трогать в этой жизни. Правила очень просты. Раньше как было? Каждый блок, который находится в этом мире, одинаковый, мы не знаем, в чем разница. Но сейчас каждый блок, который находится в этом мире... Ну, короче, дропает самые случайные вещи, которые могут находиться в Майнкрафте. То есть, только что мне из земли выпали стрелы. Ну, как бы, вы понимаете, да, в чем смысл заключается? Копаем железо, выпадает мамина мама. Копаем мамину маму, выпадают алмазы. Копаем алмазы, нифига не выпадает. А сейчас у меня в руке есть секундомер. Как только я нажму старт, у нас будет ровно 10 минут. Делайте что хотите, ломайте что хотите, любые блоки. Если даже успеете пойти в Эндермир, можете даже убить дракона. У вас есть 10 минут, чтобы добыть себе самую жесткую броньку, которая только существует в Майнкрафте. Добыть самые крутые мечи и одеть всю свою команду до максимума. И ровно по истечению 10 минут мы с вами встречаемся на этом же месте и проводим финальную битву. Кто лучше оденется, тот в конце и выиграет. Кто выиграет, тот и победитель. Девки, вы трупы, слышь, минус хвост, Костя, текай. Давайте вы пока что здесь не будете словами. А, нет, 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 нет! Рано, рано стрелку, рано, пацаны, ёперный. Сколько серий прошло с последней серии, а я-то тут при чем? Ничего не меняется. Я надеюсь, никто не тупой и все правила поняли. Девушки, пацаны, 10 минут. Пошли. Делайте что хотите, но через 10 минут встречаемся здесь. Короче, пацаны, я, честное слово, я даже не знаю, что здесь надо ломать. Я не знаю, из каких блоков что выпадает. Мне только что слайм выпал. Мне с цветка выпала какая-то мамина мама. Ломаем дерево. Из дерева должна выпасть какая-то фигня. Короче, если что, ссылочка на вот эту карту есть в описании. Точнее, на ее установку. Можешь заходить, можешь скачивать и можешь играть со своими друзьями так же, как я сейчас играю с этими пипуками. Если кто-то найдет тот бокс, с которого выпадает железо, кричите на всю карту. В смысле алмазы? Откуда алмазы? С чего алмазы? Пацаны, у них алмазы. С каких блока у вас алмазы? Я походу спалил, с каких блоков у них алмазы, пацаны! Ля!
коляске, я, короче, текаю из Орду. Пацаны, в воде копайте водоросли, с водорослей выпадают алмазы. Быстро, давайте! У нас есть меньше, чем 10 минут, у нас 8,5 минут, чтобы одеться фул в алмазку, зачариться, как только мама нам пожелает. Быстро, 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 куй железо, у них уже куй железо. У меня только 3 алмаза, я-то думал, у меня больше. Бич-членистан... Кого? Проклятие утраты, сила 1, пронзающая стрела, приманка и 7 золотых яблок. Ну, неплохо. Ой-ой-ой, Кирочка не помешает, Кирочка вообще не помешает. Алмазы. Прекрасно. Делайте, что хотите. Крафтите, что хотите. Но ровно, когда истечет 10 минут, вы приходите на место сражения с тем, что у вас в данный момент есть в инвентаре. Ни больше, ни меньше. Пацаны, надо встречаться уже! 6 алмазов. Опа, еще один валяется. Кто-то уже допер, из какого блока выпадает дерево. Потому что у меня как бы 8 алмазов, но я себе даже в этой жизни ничего скрафтить не могу. Дерево, дерево, дерево. У кого есть дерево? Быстро, быстро, быстро. У кого дерево есть? Чё, реально ни у кого дерева даже нет? Пипуки, вы ничего не добыли даже в этой жизни? Опа, изумруд. Вот так, походу с этих блоков выпадает изумруд. Это просто прекрасно, но он нафиг нам не пригодится. Нифига себе, ломайте белые цветы! С них выпадает железо! Так, неплохо, неплохо. У меня уже медь железный есть. Белые цветы ломайте. Ага. С них тоже алмазы выпадают, пацаны. Прошло 4 минуты 34 секунды. Я не знаю, что мне делать в этой жизни, потому что я не знаю, с чего выпадает дерево. Вы мне можете помочь? Вы опять куда-то убежали? Что-то мне сейчас сердце подсказывает, то, что сейчас кто-то... Опа, опа, с этого ничего не будет. Подсказывает мне сердечко то, что кто-то сейчас ко мне сзади подкрадется, да? И немножко зашандарахает. 2 стака железа, но я не знаю, что с ними делать. Где дерево взять в этой жизни? Подскажите, пожалуйста. Может, отсюда? Нет, не отсюда. Отсюда ничего не выпадает. А с тебя, собака, ну, в смысле, курица, что-то... Нет, ничего не падает. Так, может, я самый тупенький, и они выпадают? Нет, отсюда стрелы выпадают. Что это за проклятая такая карта, не могу понять. Тростник. Ты подозрительно выглядишь. Нет, вообще не то. Камень! Мы в этой жизни камень-то не копали. А, да, с камня люки падают. А с угля опыт падает. А вот с этой ничего не падает. А отсюда тоже ничего не падает. Да ты что, издеваешься, что ли? А с угля даже уголь не падает. Это вообще нормально? Пацаны и девушки, 6 минут 50 секунд! У нас есть ровно 3 минуты, чтобы закончить все. Через 3 минуты все останавливается. И делайте то, что хотите. Так я знаю то, что дерева нифига нет, потому что мы с вами даже не смогли обнаружить тот блок, с которого дерево выпадает. Вот в чем проблема. А у меня даже еды-то толком нет. Ни еды, ни булыжника. Я даже не знаю, как печку скрафтить, как еду пережарить. Кстати, я же могу вот эти блоки ставить и эти блоки ломать. А потом я могу вот этот поставить и этот сломать. Отсюда нифига не выпадает. Замечательно. А если я динамит поставлю? Ага. А если этот поставить? Опа! Золотой блок! Нифигашеньки, а золотого блока еще какая-то шняга. А с этой шняги еще какая-то шняга. А с нее... Матерь Божья, ты когда-то закончишься в этой жизни? Короче, я выбил угольный блок, а с угольного блока я выбил забор. А с забора я выбил дерево. Я дерево выбил, пацаны, наконец-то! Извините, просто эмоции зашкаливают. Это, конечно, круто, но откуда мне палки добыть? У тебя есть палки, Костя, быстро, 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 быстро ко мне! Я понял, как это все делается! Так, у нас сколько осталось? Ага, сейчас, быстро вот это, быстро вот это и быстро вот это. Я не знаю, у нас осталось, сейчас быстренько посмотрю. Ровно 50 секунд! Пацаны, ровно 50 секунд! Ага, сколько? Пацаны, 25 секунд! Через 25 секунд, если кто-то не становится, тот пописяка. Ага, быстренько, и все, у меня больше ничего нет, да? Зато это скрафтил. Пацаны, я на вас здесь запасаюсь, если что. Сколько у нас? Сколько осталось? Сколько? Все, стоп!
секунды никто, никто больше ничего не делает. Стоп! Если я увижу то, что если кто-то что-то делает, сразу бан. Ну, такое себе. Ну, по сравнению с бабами, это вы, пацаны, ну, такое себе. Вы посмотрите на них, как они оделись. У них железные мечи, алмазные мечи и железная броня. И посмотрите на себя, бомжари. Костя, ты максимум что сделал, это бошку Стива нашел? Минута, чтобы распределить все предметы. Больше ничего нельзя ломать и больше ничего нельзя крафтить. Хлеб, иди сюда. Держи железные поножи. Костя, иди сюда. Держи железный нагрудник. У кого-то нет меча? Держи пупок меч. У меня есть меч, у меня есть кирка, я могу еще распределить яблочки. Держи тебе яблочко, и пупок держи тоже тебе яблочко. У кого-то есть зажигалка? Девки, пацаны, на исходную! Через пару секунд начинаем наше сражение. Все ко мне и все на shift, чтобы они не слышали. Это такое экстренное пацанское совещание. Я просто вам хочу сказать то, что вы лохи. Посмотрите на себя и посмотрите на меня. Кто в алмазе? Я в алмазе. Пупок, я пожертвую тебе свой железный шлем. Держи. Все готовы? Помашите башкой. Молодцы. Раз. Два. Я не знаю, что с этого получится. Три. Давай, 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 давай. Картофатку, картофатку. Возрождаться нельзя. Возрождаться нельзя. Если умер, до свидания. Да, Мия, ага, застраиваемся, значит, да, собака. Иди сюда, нельзя так далеко убегать, алло. Прекрасно. Да, возрождаться нельзя. Иди сюда, картошечка, сейчас мы тебя заточим с пюрешечкой, ядрить тебя. На! Давай, тащим! Пупок, обернись назад. Давай. Собака. Опа, минус. И осталась последняя наша. Лерочка. Ну стой ты, пацаны, окружаем Леру. Три пацана, одна Лера. Что-то как-то мы жестко затащили, оказывается. Алмазный меч сделал свое дело. Естественно, котяра умер, остались прям настоящие мужики. Сама пипука. Я прям что-то уже как-то соскучился по этой рубрике. Мне кажется, что с таким обновлением она еще как-то даже жестче стала. Потому что рандом зашкаливает. Прям очень зашкаливает. Вот за такой и бан можно схлопотать. Пацаны, валите предательницу. Ага, ну да, есть, да, ну... А чё в геймот-то все? Ладно, все, до свидания, короче. Они, как обычно, играют уже не по правилам, не знаем то, что так играть нельзя. А как можно, покажем в следующей серии, если она, конечно же, будет. Напиши в комментах, хочешь ты ее видеть или нет. А я обещаю то, что в следующей серии мы девок опять задрюкаем. Ну, в том плане, выиграем в нашем челлендже. Да хватит за мной охотиться, я вам ничего плохого не сделал. Максимум убил вас всех. Ну и все. Да. Лучше бы мы эту серию, в принципе, не записывали.